Здорово, народ! Вы на канале Арти, у нас снова Смайт. На этот раз обзор следующего боевого пропуска, который выходит 23 марта. Называться он будет «Герои дальних земель». В общем, сейчас посмотрим все награды, которые будут в него входить. Дальше, не забывайте, что как только выходит этот боевой пропуск, у нас сразу же будет розыгрыш в моей группе ВК, поэтому вступайте обязательно. Ну и на стримы приходите, на стримах тоже будет что-то обязательно разыгрываться. Погнали смотреть! Итак, Heroes of the Wild называется он в английской версии, в нашей «Герои дальних земель». И первая награда за 600 гемов покупная — «Хаски Герой», эксклюзивный облик Фенрира. Слушайте, ну выглядит в принципе зачетно, мне нравится. На Фенрирах, правда, уйма скинов, на самом деле очень крутых, но тут суть всего боевого пропуска в том, что здесь будут котики. У нас будут котики-собачки, поэтому такая вот у нас превосходная хаски. Ну, выглядит классно, ладно, на самом деле Фенрир выглядит прикольно. Ну и, собственно, как обычно, погнали смотреть все по наградам, все, что у нас есть. Итак, куча у нас будет опять усилителей различных, сундуки с аватарками, сундуки с милашками, так, награды. Как правило, каждые 10 уровней что-то полезное дают, поэтому давайте смотрим на 10 уровень. Это аватар Некромант. Выглядит, кстати, забавно. Напишите, кстати, в комментах, кто это, по вашему мнению. Забавный капюшон, кое-кого мне напоминает, я говорить не буду, но напишите в комментариях к ролику, кто это, по вашему мнению, потому что выглядит он действительно забавно. Так, и вот, собственно, загрузочная рамка. Прикольно, со всеми скинами. Мы видим Бахуса, мы видим Фенрира. Два других скина мы пока не знаем, кто это, но сейчас это увидим. Итак, 11 уровень. Так, я чуть приболел, буду тут хрипеть вам немножко. Куча опять всего. Опять сундуки с сокровищами. Так, гемы обязательно. Так, набор комментатора Некоманд. Забавно, выглядит максимально круто. Опять премиальный, так, боевые аватарки. Вот здесь почему-то ничего нет. Почему вот здесь ничего нет? Там что-то есть, но оно это что-то закрыто. Ладно. Усилитель, много очков зрителей, это хорошо. Итак, 20 уровень, смотрим. Глобальные эмоции. О боги, каков он. Прикольный, но пока неизвестный нам. И первый скин. Это мало того, что Чиби Аматарасу, но это Чиби Аматарасу в виде собачки, я так понимаю. Блин, кстати, порода тоже не помню. Кстати, напишите, что это за порода. Это, блин, вот эти маленькие китайские или японские собачки, знаете, которых подстригают. Выглядит офигенно. Прикольно. Так, погнали дальше. Гемы, усилители, гемы, сундук. Сундук хорошо, гемы. Экран загрузки, Чиби Ину. Видимо, матрасу. Видим еще два скина, которые мы не знаем. Ну, видимо, по всей видимости. Так, усилители, командные усилители, гемы. Опять куча наград закрытых. 30 уровень. Так, мы видим Хаски Герой Аватар. Слушайте, ну вот на аватарке, это, я так понимаю, Фенрир и есть, выглядит он в разы лучше, чем сделан модель, ну, как в виде модельки. Конечно, все скажут, что это дефолт для хайрезов, конечно же, но, ну, блин, мне нравится, выглядит забавно. Так, собачьи игры, облик возвращения. Ну, видимо, что-то будет с собачками. Да, следы, вон, костяшки, прикольно, забавно. Ну и мячик, соответственно. 30 уровни. С 30 под 40 усилители, сундуки, усилители, гемы. Герои дальних земель, музыкальная тема будет. Ну, как обычно, дефолт. Должен быть еще реколор. Реколор какого-нибудь старого скина. А кто-то старый скин есть из животных, чат, я не помню. Опять куча всего закрыта, видимо, еще не добавили. А, ну, собственно... Ой, какой прикольный вард, посмотри. Кошка-бандитка, блин, выглядит очень круто. Блин, вот этот скин можно было бы Белоне добавить, да? Смотрите, уже готовая моделька с готовым мечом. Добавьте только плетку и щит, выглядит очень круто. А, и молот, выглядит очень круто. Так, кошачья метка смерти, кошачьи слезы. Грустная. Погнали дальше. Так, с 41 по 50. Я вижу уже реколор, я понимаю, на кого он. Так, сундук сокровищ, гемы. Гемы, очки зрителя, куча всего. Вот это что? Некоманд, экран загрузки. Выглядит круто. Выглядит круто, сундук с сокровищами, всякие, куча усилителей опять. И реколор, это будет суши некая, это Бахус. Старый скин на Бахуса. В реколоре, кстати, выглядит лучше. Реколорчик получше выглядит, потому что цветовая гамма мне нравится больше. Так, облик повышения уровня, level up. Ну, естественно, опять миска, опять собачьи какие-то вкусности.
И го дальше смотреть. С 51 по 60. Сундуки. Сундук, сундук, гемы, гемы. Это что? Булочка, отметка прыжка. Отметка прыжка, кстати, забавная. Блин, отметка прыжка, правда, выглядит прикольно. Это прикольно. Так, так, так. Еще, еще очки зрителей, сундук. И финальная награда. Вот набор Героя Дальних Земель. Вот что это за набор? Что за набор? Мы, наверное, сейчас купим и проверим. И финальный скин не команд... Ой, Джон Ку и облик, наконец. А, так это он и был на аватарке. Ну, кстати, кто коммент успел написать, проверите, правильно ли вы написали. Потому что есть один персонаж, с кем он у меня ассоциируется. Блин, выглядит вообще круто. Лягушка забавная. Так, вот это что? Короче, вот такой вот финальный скин у нас будет, забавный. Но в группу Smite Pro, естественно, уже слили давно эти все скинчики. Но моделька выглядит зачетно. Что за набор? Мне так интересно. Давайте мы купим, ну, типа, фулл. Да, типа, 25-й. И купим до 60-го. Купим все до 60-го. Что за набор? Я надеюсь, это что-то забавное. Ага, так, набор. Любитель собак звания, любитель кошек. А-а-а. Вот оно, смотри. Война в Смайте разделится. Вы будете, короче, выбирать себе звание любитель кошек или любитель собак. Слушайте, ну это забавно. Это забавно. 60 уровней, как мы видим. То есть нету премиальных уровней, как иногда бывает там 120 или сколько их. В общем, вот такой вот мини-обзорчик боевого пропуска. Не забывайте, что как только он выйдет, это 23 марта, будет обнова. Естественно, новые скины, новый боевой пропуск и все такое. Вы можете поддержать меня, купить гемы по моей реферальной ссылке от Хайрезов. Это официальная ссылка, она будет в описании к видео обязательно. Кто так делает, а так многие делают на постоянной основе, вам респект, ребята. Ну и по поводу видео, напишите, как вам новый Battle Pass, пишите комментарии, ставьте лайки, и, собственно, я вас всех обнял, как обычно. Спасибо за просмотр, парни, ну и девчата.